Сит выбрал 4 имени для нового кроссовера. Сит определился с 4 финальными вариантами названия для своего будущего кроссовера. Как и было обещано, результаты отбора президент Сит Лука Демия объявил на пресс-конференции в рамках автосалона во Франкфурте. Претендентами стали Элберн, Эренде, Эвилла и Таракоу. Какую из этих названий получит вседорожник, который появится у дилеров уже в 2018 году, объявит 15 октября. Отдать свой голос за понравившийся вариант любой желающий может на странице Cites Basque Numbers или Sitcom Seeking Name до 25 сентября. Акцию, целью которой стал выбор имени для будущего кроссовера, испанский автопроизводитель запустил в июне этого года. Это обязательно должно было быть географическое название, связанное с Испанией и легко произносимое на других языках. В выборе имени приняли участие представители 106 стран мира. Было предложено более 133 тысяч вариантов. Из этого количества в июле были отобраны 9 вариантов. В дальнейшем специальные фокус-группы, работавшие на основных рынках компании, оставили только 4. Один из них и станет именем нового большого вседорожника Сит, который будет на ступеньку выше E-Tech и модельной линейки испанского производителя. Это будет первая модель бренда, название которой выбрано всенародным голосованием E14, носящее имя географического названия на карте Испании, начиная с 1982 года. Источник: Сит. По материалам сайта newsgro.com.